Всем привет, вы на канале PopFun Машины. Прям в Hill Climb Racing 2. И сегодня у нас будут куча сундуков, куча наград. Их заберем мы с вами из событий. Так, сколько баллов мне надо? Ладно, ребят, давайте по порядку. Или, в принципе, давайте оставим на последок. Откроем все сундуки, заберем все награды, наверное, в самом конце, чтобы... Ну, было необычное ожидание, да, ребят? Так, короче, смотри, здесь куча кейсов тоже, куча наград. Внешка, соответственно, но... Внешка-дубликат. Все, ребят, поехали, нам не хватает 4 балла. А, бесплатная гоночка, нам достаточно пить до одной. 4 балла, говорите, да? 3 минуты у нас долиться. Так, ну, я не знаю, ну, возьмем байк для песка, бокнем. Самая топовая здесь тачка. До этого... Топовая тачка. Отличная. Простая. Управление. Короче, идеальная машинка. Баги для песка. В чем смысл? Блин. Я что сделал? Ну, в том, что, ребят, как можно больше брать. Налетать. Правильно сделал, там пропустил монеточки, да и топливо, по-моему, я там пропустил по дну. Ну, ладно, бог с ним, нам, в принципе, достаточно будет баллов. Достаточно будет баллов, потому что нет подписки, поэтому, ребят, даю подписку, появятся баллы, соответственно, достаточно. Ладно. Так, топливо, нам нужно срочно топливо, господи, это башня. Ай-яй-яй, борщу. Блин, борщил. Да. Ладно. Борщил, попустим топливо. Бог с ним. 1000 баллов. Баллов вытянул. И еще попробуем пастом пролететь. Мастиком. Поворачивайся, вообще не поворачивайся. Посмотрим. Баллов можно. Красно. Так, ну времени нам должно хватить, чтобы до финиша. Так, здесь топливо берем, блин. Хватит. Одна. Кайф. Эх, сразу не смог пробить. Так, а все, времени, наверное. А, да. 10 секунд, короче, остается. Блин, жаль, обидно. Что за финиш? Ладно. 42 балла. 42 монеточки. Это как так? Вы меня не смогли обогнать, как? Первое место занял в итоге защита, и это с учетом того, что я отвратительно все это там накрутил. Да, вот это поворот событий. Ладно, первое место, 10 баллов, упаивается 20. Так, что я еще-то хотел? Переходим в команду, ребят. Сейчас с вами, кстати, в пятницу запустился новенький. Тоже КС-ка новенькая команда, если это понятно. Вот с вами погоня. Эй. Обнулилось. Против команды AlpTurks мы просто провально ездим, ребят. О, вообще, смотри, я 30 плюс практически, да? Каков? У нас только Best выделился, фиксинит. Ну и третий я, 24200. А, давайте сейчас попробуем лупить. Так, первая тачка. Супер... Байк. Какой супербайк? Суперкар. Зацеп. Стартовый ускоритель. Можно было, наверное, поставить ЧП. Ой, блин, ребят, неправильно сделал. Ну, вообще разбился. Вот этот момент я пропустил. Надо было здесь тормозить. Ладно.
Короче, экспериментально сейчас заедик. Попробую. Тачку. За место зацепа, если поставить. Мать фарса. Монетный. А вот сейчас попробуем вот так вот проехать. Таким деталям. Как себя тачка покажет, я не знаю. Топливо обязательно нужно брать. Зацепили. Отлично. Ну, чё-то... Я чё-то особой разницы не вижу, короче. А, даже хуже, чем... предыдущими настройками, да, с деталями. Так, 7000 баллов здесь. Подъем на гору, подъем на гору. Надо брать... Так, я даже не... Блин, зацеп я бы, конечно, оставил. Ну и крылышки бы оставил. Не, давайте все оставим, все оставим. Так, и свой момент. Здесь желательно бы... Да, избавиться от крыши, чтобы тачка стала легче. Реально становится легче, когда мы скидываем крышу. Я попробуем максимально далеко проехать. Тарам. Ой-ой-ой, вот здесь было бы здорово, если бы я смог сразу залететь. Было бы вообще здорово. Так, ну ладно, на 100 метров дальше, но, блин. Первый-то мы с вами заезд провалили. Монеты за трюки. Ну, оставим... Бус. Дали мне крутилочка, окалочка и магнит. Избавляемся. Я можно было не избавляться. И было опасно. Можно было донить. Таким способом накручивать монеточку. Вверх подберем топливо. Так, двойную скупаем. Ай-яй-яй, вот опасно тоже. Блин, топливо. Это топливо, господи ты, боже ты мой. Хотя, ну, в принципе, сейчас можно было не напрягаться. Чтобы первый билетик не валил, да? Пофукал. Это было очень кацание. Это прямо сейчас. Начинаюсь. Ладно, пробуем, короче. Работать. Ох, всем. Экспериментик. Ай, ударился башкой. Вот в чем проблема. В том, что, ребят, хочешь максимально выжать из тачки. В итоге получается вот такое. Так, в итоге врезаешься и, блин, потом жалеешь, думаешь, блин, ну зачем я лишний фильм делал, господи ты боже ты мой, да, ребят, давай так очень. И сейчас. Важный момент. Моё, там кто-то вообще пролетел, даже не заметил. Ха. Бец он. Пошли. Поехали. Без статинов форсажа, с крыльями. Турбо и без топлива на финиш. Лол. И меня. Так, сейчас попробуем тогда с вами пойти за место. За место монетного поста. Стартовый. Посмотрим. Ой, давайте увеличиваем, чтобы вроде как прижимал и ускорялось. Байк наш ускорялся быстрее. Давай, накажем всех с тобой. Важно, топливо не пропустить.
Блин, меня в итоге обогнали эти два чудика опять. Да у нас есть гениус. Блинский. Так ничего не изменилось. Боялся топливо пропустить. В итоге, ребята, и улучшил. Так, ну, здесь оставляем все как есть. Какого лешего я профукал время, ребята, топливо. А, нет. Блин, лучше. Хотя, ну, в сравнении с моим рекордом, конечно, получится дальше. Общий от нас будет. Понятно. Лайв ускорялось, топлива нет у нас. Ой, ёлота, па. Упала. Что такое? Так, 66. Надо было все-таки для эксперимента поставить горитель при идеальном приземлении, да? Так, продолжаем. Монета за... Ай, зависла. Опс. Если сейчас... если получится неплохо на куб. Ой, блин, опять, видите, чуть бы и опять чуть парил бы. Оф, дать топливо рано, чувак. Топи. Давай сейчас пора брать топливо, разгончик. Оп. Топливо. Отлично. Так, в итоге у нас уже с плюсом монет. Ай, блин. Я. Нельзя так делать. Там лучше один. Такой вот неуверенный, опасный. Ой. Нет. А, блин, не. Нет, я не хочу больше обжигаться так. Можно. Похоже, такой был. Так, все, пора за топливом потихоньку. Этот риск очень большой. Эти. Так, не делаем глупостей. Один четкий. Блин. А, что такое, да? Покруто. Так. Ваем двойной. 1000. Прошу. Борт. Предлагаю дать назад и попробовать что там. Я не знаю, насколько меня хватит. Блин, не намного хватило. В итоге 27334 балла. Видите, то есть чувак продал. А как? У него еще и топливо есть. Вообще продолжает ехать. Ты где топливо подобрал? Я, ребята, где-то топливо профукал, что ли? Топливо, что? Видите, чувак все продолжал. Блин, нет. Блин, я, наверное, где-то пропустил. В итоге, конечно, вторая позит. Давно. Чей у нас результат печальный. Хотя супер какие красивые. 3 пятерочки. Ну что, все, пришло время, короче, открывать
пучки, забирать награды. Бесплатно заберем. Плюс такс вообще. Бесплатный вид. Связано, но на телефоне нет таких проблем. Так, давайте заберем. Моем тоже заберем редкий. Эпический, давай, что-нибудь полезное. Дарну деталь, дай нам рейс. Один нога. По 4. Так, в события переходим, ребята, и здесь тоже куча наград забираем. Обычный АБ. Дадим коле. От вне. 5000. За 8 баллов. Так. Слушайте, счет у меня, по-моему, перебои с этим, с микрофоном, да, ребят? Что-то мне подсказывает, что какие-то заикивания идут. Нет? Пишите в комментариях. Хотя я при монтаже, наверное, все это замечу. Ну, блин. Извините, если что-то не так вот с микрофоном, если часть слов не слышит. Так. Дубликат. Эпик. Шлемик. Дубликат. Особый билет. 40 кристалликов. И, ребят, легендарный сундучок, самый топовый. На моноцикл монетный ускоритель. Ну что, на этом все. Ребят, такие вот пирожочки. Загрузилось. Не может быть, аллилуйя. Давайте заберем, так, загрузилось, давайте заберем. Так, ну и все, короче, кучу забрал. Это, ребят, на этом пока все. О. Тут у нас команда. Засранец такой, ну. Ну, ребят, не забывайте подписываться на канал, жмакайте на колокольчик, ставьте лайки, делитесь этим. И всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.